Всем привет, меня зовут Виктория. Сейчас я хочу приготовить вкусный кофейный пирог. Готовлю тесто для пирога. Для теста я взяла кефир. Кефиру мне нужно добавить кофе, добавляю сюда сахар и все перемешиваю до однородной массы. Я добавила сюда яйца, перемешиваю. Добавляю сюда растопленное сливочное масло. И перемешиваю. Я добавила сюда соду. Так как здесь в рецепте есть кефир, соду я не гашу. Перемешиваю. И нужно поставить на пару минут, чтобы сода вступила в реакцию с... И добавляю сюда просеянную муку. Перемешиваю. Вот такой густоты теста получается. Тесто консистенции сметаны. Сейчас буду выпекать. Пирог я буду выпекать двумя коржами. Первую половину на форму для выпекания застелена пергаментом. Буду выпекать в разогретой духовке до 180 градусов около 35-40 минут. Для крема я растапливаю сливочное масло. К растопленному маслу я добавляю сгущенку. Перемешиваю.